Конкурс «Дети читают стихи о войне». Ученица 2 класса Щедровской школы Богданенко Екатерина. Владимир Степанов. Рассказ «Ветеран». Я, ребята, на войне. Бой ходил, горел в огне, мерз в окопах под Москвой. Но, как видите, живой. Не имел, ребята, права я замерзнуть на снегу, утонуть на переправах, дом родной отдать врагу. Должен был прийти я к маме, хлеб растить, косить траву. День Победы вместе с вами видеть небо синеву. Помнить тех, кто в горький час сам погиб, но землю спас. Я веду сегодня речь, вот о чем, ребята, надо родину беречь, по-солдатски свято.